Всем привет, друзья! Это первый выпуск, кстати, с Азаматом Харламовым в новом году. Вау! Получается, с прошлого года не виделись. Браво! Пока что лучший комик в этом году. Ну что, Гарик? Раз, спасибо, спасибо, спасибо. Вы меня балуете, спасибо. Что скажешь, Гарик? Чего? За новогодние праздники обдрочился на Гарри Поттера? Продолжаем, да, мы? Да, затушил свой кубок огня, конечно. А ты, видимо, на английскую премьер-лигу, судя по всему, там наяривал. Этот, Boxing Day. Ты смотрел футбол, реально? Да. А ты, получается, смотрел Гарри Поттера? Вынужден был. Молодцы. Я думаю, что все надо это оставить в прошлом году. Это мы все уже в прошлом году обговорили. Вообще, честно говоря, я очень люблю говорить вот в прошлом году. Это было в прошлом году. Было в прошлом году. Ну, потому что оно как бы сразу себя немножко успокаивает, как бы. Ну, как бы, вот, казалось бы, совсем недавно вот прошлый год был, а уже ощущение, что это уже далеко-далеко в прошлом году. Ну, то есть, условно говоря, вот фотографии все выкладывали, которые, ну, типа, кто из нас был Барби, помните, вот все выкладывали? Ну, да. Это было в прошлом году. Да. В прошлом году. Дай бог не повторится. Да. Экспедиция на батискафе к Титанику поплыла и реально встретилась с командой Титаника. Так это было что? В прошлом году? В прошлом году все было. На Москву ребята шли, помните? Потом Лукашенко позвонил. Кошмар, жесть какая-то. Но в прошлом году, все в прошлом году. В прошлом году. Все. Интервью Панина. Это все, все прошло. Индия стала космической сверхдержавой. Елизавета II как бы схлопнулась. Все. Букины. Букины. Букины вернулись. Вернулись Букины в прошлом году. В прошлом году. Да. Что у нас там? Блиновская, Лерчик этот. Аяс. Все в прошлом году. Ну а помните этот знаменитый громкий скандал? Это когда в аэропорту ребята, других ребят искали в турбине, вот он? Нет, это когда был скандал между Денисом Дороховым